Жириновского уж очень часто в детстве сравнивали с непутевым персонажем Агнии Барто. Лидер ЛДПР признается, стихи про Вовочку ненавидит. Так что сегодня читает про Танечку. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Я его по-другому сказал бы. Дура, заткнись. Люди отдыхают на берегу, на пляже. Чё ты орёшь?